Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прошлый раз у нас не хватило времени поговорить о новостях правых партий, в частности, из Бразилии и Дании. Может быть, мы вернемся к этому вопросу сегодня? Я думаю, стоит, так как Южная Америка — это всегда актуально, она недалеко. Со Скандинавией сложнее, но я думаю, что поймете, почему и на нее я такое внимание обращаю. И, как водится, благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И начнем с того, что ближе и вроде бы актуальнее, это Южная Америка. Там в последнее время наметился вообще, ну, некоторый крен в нужную сторону, более проамериканскую, более свободную в экономическом плане и более правую. И если попытка Чавеса создать вокруг Венесуэлы такой левый интернационал, если угодно, или то, что сравнивают еще более, на мой взгляд, разумно с Евросоюзом, но она сейчас трещит по швам, и не только дело в смерти Чавеса, и в том, что в Венесуэле, а и в том, что, в принципе, социалистическая политика приводит к известным результатам. Ну и вот складывается сейчас такой уже более правый, правоцентристский союз. Это Бразилия, Чили, Колумбия, Аргентина, где у власти находятся люди, как раз представляющие партии по ряду пунктов, вполне числящиеся правыми или правоцентристскими. Чили и Колумбия в индексе экономических свобод по Южной Америке вообще лидируют, насколько я помню. Но вы уже не раз обращали внимание, что лично у меня особую симпатию вызывает бразильский президент, и за действиями Болсонару я действительно стараюсь следить. И хотя у него не все, к сожалению, получается, и дело тут не в нем, а, например, в противодействии парламента бразильского, потому что, как всегда это бывает, правый политик, когда приходит к власти, то его сразу записывают в диктаторы, в будущие Гитлера или уже в нынешние и так далее и тому подобное, а вместе с тем... Потом выясняется, что этот правый политик, как и следует политику правому, как раз слишком уж следует законам и, наоборот, не позволяет себе ничего лишнего. Это я к тому, что инициатива Болсонару, нацеленная на большую свободу в праве, в приобретении оружия, это его давняя идея, и он хочет ее реализовать в Бразилии, что можно только приподдерживать. Но вот она встречает противодействие в парламенте, и верхняя палата уже отвергла, ну, нижняя еще нет, поэтому некоторые шансы есть. Я, к сожалению, не думаю, что Болсонару будет действовать в обход парламента. Зато немного лучше идут, ну, даже, наверное, не намного лучше, хочется верить, судя по тому, что я встречаю, его попытки ослабить регулирование и бюрократию и сократить сам бюрократический аппарат. Еще весной, в конце апреля, были опубликованы 17 принципов свобод Бразилии. Я уж не буду их все перечислять, но если вкратце их объяснять, то речь идет о свободе контрактов, о свободе их заключать, если угодно, разрывать без постороннего вмешательства, о свободе от правительственного бюрократического вмешательства и всего, что с этим связано. Ну, по большому счету, людям, живущим в Америке, для них это свобода очевидная, хотя ряд политиков, не будем уточнять, какой партии, какого движения их пытаются пресечь и урезать. Но для бразильцев это, да, действительно своего рода революция. Кроме того, Болсонару удалось, и вот здесь, после долгих переговоров, и парламент ему поддался, сократить количество министерств, их было 29, теперь 22. Может показаться, что не такое серьезное сокращение, но заметьте, 7 министерств убрать разом, все же это победа, я считаю.
если учесть, какая, что бюрократический аппарат, сами знаете, всегда имеет серьезную поддержку в законодательных органах, и Бразилии не исключение. Это Болсонару удалось сделать. И его постоянные попытки сократить регулирование, позволить в сфере обслуживания, прежде всего, представителям бизнеса получить большую свободу, они, в общем и целом, тоже у него продвигаются. Сам он говорит о том, что ему удалось добиться где-то порядка сокращения регулирования по 200 направлениям. Ну, давайте ему поверим. И пожелаем, чтобы и у Болсонару, и вообще вот в этом союзе южноамериканском все получалось, и чтобы ваш южный сосед все же стал развитым континентом, а не тем, что из него пытались сделать социалистические политики. Но что касается Европы, да еще Северной, то Дании вообще не повезло, потому что благодаря Сандерсу и же с ним Дания воспринимается как социалистическая страна. Сам бывший премьер Дании Расмуссен, наверняка видели, еще с 2015 года уверял, что не надо слушать Сандерса, мы никакие не социалисты. Но, тем не менее, да, не социалисты, это верно, но чрезмерная такая социал-демократия в скандинавских странах присутствует, это безусловно. Высокие налоги и чрезмерные правительственные полномочия. Но, с другой стороны, и там, на самом деле, происходят некоторые уже подвижки, и Дания как раз не исключение, а даже, если угодно, лидер. Потому что не так давно были опубликованы материалы, например, по частным страховкам медицинским, потому что вроде бы там везде то, что, опять же, нам тычет Сандерс и же с ним, правительство занимается вопросами здравоохранения, но вот нет, и там, в Скандинавии, я имею в виду, все больше и больше частные страховые компании участвуют. И если в Дании, виноват в Швеции и Норвегии, там это еще не настолько сильно, 4-8%, насколько я помню, то в Дании там уже до 22%, и вроде бы этот процент он будет расти. И, тем не менее, вот на недавно прошедших, почему, собственно говоря, я и хотел ваше внимание обратить на Данию, вроде бы на недавних выборах победили социал-демократы во главе с Метте Фридриксен, что безрадостно, потому что социал-демократы, ну, те же социалисты, да, тех же щей да пожиживлей, но и то мировой либеральный истеблишмент как-то отреагировал на эту победу без особой радости, и вот в чем дело, это социал-демократы уже, по крайней мере, по словам, посмотрим, как они будут себя вести, но это уже, так скажем, посттрамповские социал-демократы, и та же Фридриксен, да, эта женщина и ближе, и ее партия, они себя, например, позиционируют как защитники интересов датчан, прежде всего, от нелегальной иммиграции. И будучи еще, не будучи, не получив большинство, социал-демократы поддерживали, например, инициативы тогда действующей более консервативной партии, находящейся у власти, нацеленные на ужесточение иммиграционного законодательства. И теперь хотят они продолжать в том же духе. Что касается их экономических планов, мне здесь сказать сложнее, подозреваю, что там все-таки не очень все радостно. Но, тем не менее, заметим, это есть. Однако для меня главное, что произошло на этих выборах, это появление в парламенте партии с неброским названием «Новые правые», которая возглавляет Пернила Вермунд. Тоже, заметьте, женщина. Ну, если по поводу Фридриксен у меня сомнения, как я уже сказал, социал-демократы, да, они мне не особенно симпатичны, то вот Вермунд – это женщина весьма многообещающая, и если вы помните мое весьма скептическое, а то и критическое отношение к Ле Пен, к которой, я полагаю, все-таки социалисткой и, может быть, что-то мне и нравится в ее действиях, но мне не нравятся все попытки делать ее эдакой первой леди европейских правых, вот у Пернилы Вермунд как куда более важные и необходимые качества для того, чтобы таковой быть. Ну, помимо того, что она женщина успешная в бизнесе, и
мать семейства, трое детей у нее, насколько я помню. При этом ее партия, то есть Новые правые, с одной стороны, позиционирует себя как действительно сторонники еще большего ужесточения иммиграции. И если посмотреть, что пишут про Вермунд, то везде подчеркивается в англоязычной прессе именно то, что она против иммиграции, а другие ее политические позиции не уточняются. Но, кроме того, Вермунд за помощь бизнесу, за резкое сокращение, отказ вообще от многих налогов. То есть ее программа – это действительно то, что и нужно, как я считаю, скандинавским странам и Дании, в частности, с их-то давней традицией, этикой скандинавской рабочей, снимать правительство с шеи датчан, и освобождать их от нелегалов. Это именно то, что хочет делать Вермунд, и надеюсь, у нее это получится. Насколько я понимаю, мои поиски ее внешнеполитической программы привели, в общем-то, тоже к результатам положительным, поскольку она и ее партия позиционируют себя однозначно сторонниками Израиля и переноса посольства в столицу, в Иерусалим. Ну и о путинском режиме Вермунд тоже невысокого мнения, поэтому, видите, такой почти идеальный портрет у нас получается лидера европейских правых. Да, страна маленькая, не Франция, не Германия, но кто знает. Почему еще я так много говорю про Вермунд? Ее взлет очень стремительный. Она стала мелькать на первых полосах, где-то даже изначально не на первых, а в политических новостях с 15-го года только. А рост ее популярности пока отмечается вроде бы с каждым годом, насколько я могу судить. И вот ее партии, те самые новые правые, о которых и шла речь, это единственная новая партия, и название новые правые, это действительно партия новая, которая выиграла, вот одержала победу и получила места на последних выборах в Дании. Что будет дальше, неизвестно. Либо партия станет укрепляться, на что я надеюсь, и еще больше получать мест в парламенте и оказывать еще большее влияние на датскую политику. Но даже если этого и не произойдет, а партия будет блокироваться с кем-то, объединяться и так далее, то да, там, возможно, будут свои издержки, но мне все-таки хочется верить, что Вермунд и ее платформа, учитывая поддержку среди датского населения, они на себя внимание обратят и станут, ну, если не ведущей силой, то одной из ведущих, потому что, еще раз повторяю, и надеюсь, вы со мной согласитесь, может, нет, почитайте сами, хотя поискать это не так легко, но уверен, найдете. Тем не менее, именно Вермунд, в ней я вижу будущее и датской, и скандинавской правоконсервативной политики, а там, надеюсь, и европейской. И хотя того, чтобы Швеция, Норвегия, Дания образовали союз, подобный Бразилии, Колумбии, Чили, Аргентине. Ну, пока я эту возможность все же мне представляется весьма и весьма отдаленной. Но, с другой стороны, кто знает, может, через некоторое время, и кто уже в следующий год, Сандерс будет отбиваться от своих слов и проклинать Данию за их консервативную политику. Вдруг, надеяться, нам никто не запрещает. Здесь же я, наверное, эту свою часть прекращу. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Добавить мне нечего, к счастью. Ну, тогда давайте перейдем к другой теме. Да, кстати, я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Другая тема. Шенахан, которого планировали назначить министром обороны, отозвал... так сказать, отказался от этой должности, и, похоже, следующим кандидатом, да не похоже, а действительно следующим кандидатом будет Марк Эспер. Вот давайте о нем поделитесь информацией. Да, о нем, и заодно разговор об Эспере позволит нам немного и поговорить вообще о важности правильных кадровых назначений, и еще вспомнить некоторые последние события вне Соединенных Штатов, хотя вообще, как речь заходит об американских новостях, тут, конечно, мне проще, чем про датские рассказывать. Но, как бы то ни было, Шенахан многими воспринимался как
такое временное лицо. Однако, на мой взгляд, он оказался весьма достойным, достойной смены Мэттису. То есть, да, каких-то афоризмов он в эфир не посылал, ничего такого не говорил, но, тем не менее, работу свою выполнял, и никаких конфликтов, прежде всего, с консервативными деятелями у него, по моим наблюдениям, не было. Да, поговаривают, и лично я такие читал новости, что с Сенатом у него не все складывалось, в частности, с Грэмом какие-то у него были конфликты. Но в любом случае, когда дело стало приближаться к его утверждению, то сначала пошли слухи, что именно его Трамп и хочет оставить, но потом, я не знаю, если честно, кто все это инициировал, и кому Шенахан так помешал, но против него пошла все-таки тоже борьба. Возможно, дело в том, что любое назначение Трампа уже воспринимается истеблишментом штыки после того, что случилось с Барром. Потому что Барр, вот это действительно то назначение, которое себя оправдывает. Так вот, против Шенахана сначала было затеяно расследование генерального инспектора, учитывая его работу в Боинге, не оказывал ли Шенахан особые какие-то услуги своим бывшим работодателям. Но здесь его оправдали, хотя, заметьте, когда это расследование начиналось, ну, по крайней мере, я сужу, потому что я видел, о нем писали. Когда выяснилось, что нет, Шенахан ни в чем не виноват, найти новости было не так-то легко. Потом пошли новости о том, что у него какие-то проблемы в семье и якобы обвинения в домашнем насилии. Здесь тоже ничего не могу сказать, но, в общем, Шенахан действительно решил не подставлять ни себя, ни свое доброе имя под угрозу, так как все мы видим, что вытворяют демократы при утверждении, и ушел. У нового кандидата, то есть Марка Эспера, ну, на первый взгляд, практически безупречная с точки зрения консервативного аналитика, на мой взгляд, картина, потому что, ну, вроде бы он побывал на всех должностях и во всех областях, где и должен быть человек, занимающий столь ответственную должность. Потому что Эспер воевал еще в Первую Иракскую, и не просто воевал, а был отмечен боевыми наградами и участвовал в весьма важных сражениях. Он был в частном и в бизнесе, возглавлял даже известную компанию военного контрактор. Он работал в Конгрессе в ряде с комитетов Конгресса. И что для меня лично самое главное и самое важное, он побывал и главой администрации Heritage, того самого консервативного мозгового центра, о котором я так часто говорю, и главного мозгового центра в Соединенных Штатах, да и, возможно, в мире. То есть, что нужно идеальному чиновнику на таком посту? Это иметь представление о том, чем ты вообще занимаешься, знать, как работает частный сектор, и иметь тесные связи с законодателями, ну и если мы говорим об администрации республиканской, то еще и хорошие связи с консервативным движением. Как видите, по всем этим пунктам Эсперу можно ставить плюсики. Воевал, знает, что такое армия, и знает, что такое война. Был в бизнесе, в военно-промышленном комплексе, знает, как это работает, знает, что такое Конгресс, и имеет контакты с консервативным движением, в общем, все как надо. Если посмотреть на... Ну, конечно же, мы не можем быть уверены, что он окажется идеальным министром, но все данные есть. Демократам будет тоже сложно возразить, но единственное, что будут придираться за вот это его... То, что он работал в этой самой Raytheon, то есть той самой компании-военный контрактор, о которой я говорил, вот у демократов и у либералов этот самый военно-промышленный комплекс вызывает истерическую реакцию. Хотя, как говорит мой любимый Грег Гатфилд, лучше военно-промышленный комплекс, чем комплекс из армии и промышленности. Я-то лично ничего страшного в этом не вижу и не думаю, что
Эспер пойдет на какие-то особые, опять же, услуги для своей бывшей компании. Шенахан, видите, оказался в этом смысле безукоризненным, несмотря на все попытки привлечь. Так вот, да, демократы могут попытаться помешать, но все же я считаю, что Эспер должен быть утвержден, и что из тех, кого можно было выбрать, это кандидатура, близкая к идеалу. Если посмотреть на позиции Эспера в вопросах внешней политики, то мы увидим, что он, как пишут, прежде всего ориентирован на угрозу Китая, и это на сегодняшний день важно, потому что Китай — это серьезно, и назначение такого министра обороны, оно поможет не столько для того, как нам будут рассказывать, чтобы нагнетать какую-то обстановку в регионе, сколько именно для давления на Китай. Помните, последние передачи мы несколько раз говорили о том, что возможность создать вот такой антикитайский союз из стран, сотрудничающих с Штатами, это будет плюс. И я полагаю, что деятельность Эспера на посту, она поможет укреплению этого союза и развитию, прежде всего, тех видов вооружения, а Эспер, он ориентирован на оружие, которое позволяет вести боевые действия с дальних дистанций, которые помогут Соединенным Штатам, ну, надеемся, конечно, что до ничего подобного не дойдет, но всегда надо эту возможность иметь в виду. А если вдруг какие-то, не дай бог, боевые действия будут, то оказывать помощь, не находясь в непосредственной близости от событий. И подобное развитие подобного оружия Эспер ставит во главу угла. Ну и плюс то, что Эспер предупреждал об угрозе китайцев еще вообще-то с 90-х годов. Еще, как видите, тогда он этим вопросом, этой угрозой занимался и очень серьезно. Ну и о другом таком важном и масштабном сопернике, а именно, к сожалению, о нынешнем путинском режиме, у Эспера тоже особых иллюзий нет. И он тоже полагает, что нынешний российский режим, есть угроза, и, соответственно, нужны способы, нужно развивать и армию, и вооружение именно для того, чтобы держать в уме как противостояние Китаю, так и противостояние России тоже. И в свете того, что мы видим с вами в последние недели, а именно, что сейчас в Китае и близко к нему опять накалилась обстановка. Я имею в виду прежде всего то, что происходит в Гонконге. Вы наверняка тоже это видели. Гонконг, он находится под контролем Китая, но вроде бы уважается какое-то подобие суверенитета. Одна страна, две системы, так называемая. Однако, когда нынешняя администрация Гонконга собралась пускать в ход закон о депортации для суда из Гонконга в Китай, то, учитывая, как китайская система работает, работает она, как положено, в коммунистической стране, без какого бы то ни было уважения к правам человека, то жители Гонконга вознегодовали, пошли массовые протесты, демонстрации. Более того, в ряде случаев эти демонстрации шли под британскими флагами, что интересно. Ну, вы помните, Гонконг довольно долго принадлежал Британии, и подобные флаги, они явно указывают на то, что Гонконг считает, что британское владычество было для них гораздо более выгодным, чем коммунистическое и китайское. Кто бы удивлялся, но тем не менее. И уже в эти выходные и на Тайване прошли демонстрации, они немного другого плана. Тайвань, к счастью, от Китая независим, но на Тайване очень недовольны тем, что есть ряд средств массовой информации, они там есть, которые, по мнению тайваньцев, находятся под влиянием китайской официальной пропаганды. То есть вспомним то, о чем и мы говорили, 30-летие событий на площади Тяньаньмэнь и недвусмысленная позиция администрации, прежде всего, Помпео, и мы увидим, что, да, на Китае давление-то в регионе есть.
И если удастся еще и утвердить кандидатуру Эспера, то это будет лишнее напоминание китайцам, что с Америкой и с Западом ссориться не надо, потому что и свои соседи очень недовольны тем, что делают коммунисты в Китае. И если еще будет такой ястреб по отношению к Китаю в Пентагоне, это тоже будет очень хорошо. Ну, опять, демократы будут пытаться это сорвать, но я надеюсь, что республиканцы им не пойдут у них на поводу. А если немного отвлечься от Эспера и продолжить тему кадровых назначений, то можете увидеть сейчас, что у Трампа есть некоторые проблемы в области назначений по проблемам, связанным с эмиграцией. И там у него сейчас люди, которые тоже в Рио, временно исполняющие обязанности. Но если, например, Морган, который временно возглавляет служба таможенной иммиграции, да, ICE, он-то пока титул хардлайнера и сторонника жесткой линии оправдывает и уже был готов начинать рейды, нацеленные на депортацию, и все сантименты он отрицает, то вот то, что опять, это пока слухи, но я им склонен верить. То, что вытворяет Маккалинан, это, конечно же, возмутительно. Вы знаете, что прошла информация о готовности провести этот ряд депортаций, и потом вдруг Трамп дал задний ход, сказав, что вот он дает демократам-республиканцам возможность договориться. Я считаю, делать этого не надо было, потому что, во-первых, не договорятся, а если договорятся, то это приведет к какой-нибудь очередной амнистии, скорее всего. И, на мой взгляд, это как раз со стороны Трампа не самый разумный ход. Но другое дело, что сами люди, работающие в департаменте безопасности, они говорят, что все случилось именно из-за того, что Маккалинан слил информацию о готовящихся рейдах и о готовящейся депортации, что он давно уже был против и по каким-то своим соображениям, ну и из-за опасности того, что это окажет какое-то ему на него политическое давление, его политическое будущее поставит под угрозу. Но, в общем, практически мы видим, что человек оказался еще хуже, чем его предшественница Нильсон, которая тоже была не звезда, и торпедировал то действие, которое, по моему убеждению, эти депортации, они, я лично считаю, пошли бы президенту и администрации только на пользу. А теперь и президент выглядит не лучшим образом, и то, что он дает задний ход, и у демократов возможность какую-то очередную амнистию навязывать. И самое главное, мы видим, что одно неверное назначение, даже на вроде бы временный пост, оно может привести к очень печальным последствиям. Я надеюсь, что от Маккалинана, вне зависимости от того, подтвердится информация, что это он сливал или нет все эти данные, все-таки надо избавляться и назначать кого-то пожестче, что Морган как раз перейдет из ранга временного в постоянное, и что в дальнейшем люди, занимающиеся вопросами иммиграции, ну, все-таки будут подобны Моргану, Кучинелли, который тоже сейчас занимается этими вопросами, ну, или Кобаку, которого истеблишмент не хочет подпускать, но который нужен, как я считаю. И к чему это был мой такой крюк? К тому, что действительно кадровые вопросы, они хороши. Хороши, я имею в виду, важны, не совсем точное слово. Но мы видим, можно получить во внешней политике почти идеальную кампанию. Помпео, Болтон, яркие тому подтверждения. Можно выбрать отличного генпрокурора, это мы видим, Барра, и вот получить такого Маккалина, на который все портит. Я очень надеюсь, что Эспер окажется человеком уровня Барра, Помпео и Болтона, и я очень надеюсь, что его утвердят.
по крайней мере, все шансы для того, чтобы стать удачным назначением президента, у него есть. Ну а дальше будем смотреть, что и как. И здесь, наверное, снова я умолкну и передам слово Сергею, если что-то добавит. Я в свою очередь передам слово нашим рекламодателям, после чего мы вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час» с Ивана Денисова. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете набрать этот номер телефона и задать свой вопрос, и вам постарается на него ответить. А давайте, наверное, поговорим о том, что происходит в Верховном суде. Дела, которые рассматриваются, возможные последствия. Да, одна из моих любимых тем, но связанная с моим, можно сказать, любимым американцем, как вы уже догадались. Поэтому всякий раз, как речь заходит о Верховном суде, то постоянные слушатели уже знают, что я буду рассказывать вам про мнение и заключение судьи Томаса. Я не стану себе изменять и сегодня, тем более у меня есть для того и довод очень хороший. Вчера у Томаса был день рождения, дата не круглая. Круглую дату, помните, мы в прошлом году отмечали. Ну, как бы то ни было, судья по-прежнему активен, и хоть вроде бы дата и не круглая, вот так вышло, что последние 2 месяца он опять в центре внимания. Я уже говорил, что, во-первых, его в последнее время нацелена деятельность на призывы отменять ряд прецедентов, и сегодня я еще раз об этом упомяну, нервирует левых прецедентов, если они не основаны напрямую на Конституции. Но и это еще не все. Во-первых, в мае вышла книга, которая называется «Clarence Thomas and the Lost Constitution», которую я рекомендую абсолютно всем купить или скачать, как вам больше нравится, и прочитать. А книжка небольшая, в ней меньше, чуть больше 150 страниц, включая примечания. Автор ее консервативный журналист Майрон Мэгнет. И в ней вы найдете, несмотря на такой ее малый объем, практически все, что хотели бы узнать и про Томаса, и про его философию, и про то, как левые, либералы, демократы, кто угодно увечат Конституцию, и как Томас пытается Конституцию спасти. Ну, не он один, конечно, но речь идет о нем прежде всего. Поэтому книгу рекомендую всем в обязательном порядке прочесть. Если вот, ну, по итогам первого полугодия есть книга, которая вышла в это первое полугодие 2019 года, и которую надо обязательно прочесть, то вот это вот именно книга про Кларенса Томаса. Кроме того, Томас в начале месяца провел такую лекцию, беседу в историческом обществе Верховного суда. Тоже она достаточно продолжительная, около часа, но если найдете ее на YouTube где угодно, то тоже настоятельно рекомендую вам ее посмотреть и послушать, потому что когда судья говорит, его всегда слушать очень приятно, человек с чувством юмора, с заразительным смехом и незаурядным интеллектом. В общем, послушайте, получите удовольствие. Рассказывает он там и о себе, и о работе в Верховном суде, и о том, как чернокожих консерваторов преследует либеральный истеблишмент, ну и о некоторых историях из своей жизни также вы услышите. Поэтому рекомендую. И если мы посмотрим на, собственно говоря, место работы судьи Томаса, точнее Верховный суд, то увидим, что вот май-июнь, то есть период перед тем, как Верховный суд прекращает свою работу на летний перерыв, то всегда выходит очень много решений. Гинзбург тут не так давно выдал туманный прогноз, что будут решения, которые поделили Верховный суд именно по каким-то политическим пристрастиям. Ну вот, из тех, что вышли за последние недели две, я бы, наверное, обратил ваше внимание на два решения.
Одно, это называется оно «Американский легион против Американской гуманистической ассоциации», и связано оно с мемориалом Бланденбурга. Бланденберга, да, по-моему, правильно сказал. Знаете, что это мемориал, который посвящен жертвам Первой еще мировой войны, и вот так вышло, что там стоит крест. Крест довольно-таки большой. И долгое время никого это совершенно вроде бы не волновало. Знак уважения к павшим, крест вполне естественно. Однако вот кому-то, ну кому-то, понятно кому, левым взбрело в голову, что этот крест есть нарушение первой поправки, и что надо его убрать. Дело дошло до Верховного суда, почему, собственно, мы об этом и говорим. Ну и, к счастью, здесь все, в общем-то, закончилось благополучно. Решение, суд признал, что крест должен оставаться. Но вот так вышло, что те аналитики, юристы и специалисты по Конституции, которые разбирали решение, они все сходятся на том, что единственным человеком, который действительно следует Конституции в этом решении, стал судья Томас. Это опять уже не только мое мнение, поверьте, это я прочитал довольно много оценок этого решения. Потому что остальные судьи, они даже вроде бы консервативные, они как-то пользовались такими обтекаемыми какими-то формулировками, что вот время было такое, а вот сейчас не стоило бы такой крест ставить, и что по правилам того одно, по правилам всего другое. То есть в чистом виде опять вы видите не следование Конституции, а попытка ее подогнать по требованию дня сегодняшнего. Тогда как Томас в своем заключении, которое совсем небольшое, был очень четок и все разграничил так, как надо. Во-первых, он напомнил, что первая поправка прежде всего ориентирована на федеральное устройство, а не на штаты. Но даже если бывают случаи, когда штаты тоже должны быть ей подчинены, то мы должны помнить с вами, что первая поправка говорит о законах, а памятник, почти как в старой советской киноклассике, да, его не посадишь, он памятник, поэтому памятник не закон, и к нему довольно сложно предъявлять какие-то претензии, связанные с первой поправкой и с разграничением церкви и государства. И к тому же, что поправка подразумевает защиту граждан от принудительного насаждения религии, однако в памятнике и в том, как он вообще стоит, где он находится, никакого принуждения нет. И, соответственно, все доводы, нацеленные на то, чтобы от креста избавиться, но они, мягко говоря, Конституции не соответствуют. И если вспомнить опять зацикленность судей на прецедентах, то вот обычно, когда речь идет о том, соответствует то или иное действие или то или иное, та или иная демонстрация чего-то первой поправки, то там ссылаются на решение 71 года, так называемый Лемон-тест. Лемон – название того дела. Томас же говорит, что не стоит этого делать, потому что это дело 71 года, это был обломок, так скажем, активистского суда 60-х, который очень мало связан с Конституцией. То есть и здесь, как вы видите, свой любимый пункт, что если судьи смотрят на решения, основанные не на Конституции, а на каких-то конъюнктурных решениях судей того или иного исторического периода, то прецедент надо ликвидировать, от него надо отказываться и следовать непосредственно Конституции. Но опять, естественно, Леваков он позлил, но, как сказал Томас в той самой лекции, на которую я уже ссылался, я на своей работе от стресса не страдаю, я вызываю его у других. Ну и вот то, что он и здесь на это указал, за это ему большое спасибо.
По другому делу, на которое я бы ваше внимание обратил, там у Томаса тоже не совсем большое решение, но что важно, опять именно на его слова обратили внимание здесь даже не столько консервативные аналитики, сколько либертарианские. Дело в том, что, как вы знаете, есть такая штука даже в обществе разумном, в обществе свободном, цивилизованном, как, ну, по-английски называется eminent domain, то есть конфискация собственности для какого-то там общественного, для общественных нужд. Ну, естественно, с какой-то компенсацией, но тем не менее, в ряде случаев этот самый eminent domain, он приводит к довольно серьезному ущемлению прав собственности, а права собственности, это вы сами знаете, святое, и одна из основ американского общества вообще. И судья Томас, он в своей деятельности уже очень давно, и его решение 2005 года считается образцом заключения, он выступал, выступает и уверен будет выступать за то, чтобы вот это самое право собственности соблюдалось. И что этот самый eminent domain, с ним надо быть очень осторожным и сводить его к минимуму, только когда вот что-то совершенно такое очень важное для общества. А так все попытки его применить, они должны, ну, с очень большой долей скепсиса восприниматься. И вот что касается дела, о котором я говорю, Ник против округа Скотт, Пенсильвания, то там именно в своем заключении Томас опять отчетливее других напомнил о том, как важно соблюдать права собственности и как важно, прежде всего, для Верховного суда, который есть основа и следование Конституции, как важно об этом помнить, как важно следовать этому правилу. То есть, если мы с вами посмотрим на сегодняшний расклад в Верховном суде, посмотрим, конечно же, что нам принесут и другие решения, там и сегодня новые, не успел, честно признаюсь, их внимательнее посмотреть, и видел, что в одном Томас просто согласился, ничего не писал, и уверен, еще будут. Но получается довольно интересная такая картина, что первое впечатление скорее грустное, что выходит действительно человек, который привязан к Конституции и к следованию, и один на девять, это судья Томас. У него в союзниках самый, получается, близкий на сегодня, это Горсач. Спасибо, да, администрации. Алита тоже, но он в ряде случаев колеблется. А вот Кавана оказался, к сожалению, ближе к Робертсу, как многие предсказывали. И если в ряде случаев, как он голосует, не как Томас или Алита, или даже Горсач, а как Робертс, и что они такое образуют свой дуэт. Ну, про четверых либеральных судей мы говорить ничего не будем, там все понятно. То есть, видите, так получается, Томас точно, и такие вот две пары, более надежные Горсач Алита, менее надежные Кавана Робертс. Тем не менее, впадать в какой-то пессимизм здесь тоже не стоит. Томас, он все-таки человек авторитетный, как не истерят по его поводу левые. И, как он сам говорит в одном из интервью, ссылаясь на решение, которое было еще там в 50-е годы, даже не раньше, еще раньше, в 40-е, по-моему, он говорит, что тогда решение было только одно, вот, решение меньшинства, заключение меньшинства. Однако именно это заключение исторически выиграло, пусть и потребовалось 60 лет. Я, конечно, очень надеюсь, что в случае с заключениями судьи Томаса ждать 60 лет нам не придется, и что его действия будут отражаться на жизни Соединенных Штатов в ближайшее время, и что влияние его на коллег, оно тоже будет сказываться. Тем не менее, мы видим, что сейчас все больше и больше его учеников оказываются назначены в суды и в другие юридические учреждения, связанные в том числе с администрацией. И поэтому, вы помните, у нас был даже выпуск на эту тему,
что учеников Томаса все больше и больше, и именно при администрации 45-го президента они набирают все больше и больше влияния. Поэтому мне лично хочется надеяться, что это продлится и в дальнейшем, и что их будет еще больше, и что даже те случаи, когда Томас в меньшинстве, именно его заключения окажут влияние на развитие страны, а те случаи, когда он голосует вместе с большинством, именно его заключения, а не заключения суда, станут образцовыми, именно на них будут ссылаться. Ну, да будет так, как говорится. Что касается будущего судьи, да, то со страхом я жду того момента, когда он объявит о своей отставке, но мне хочется верить, что это будет еще не скоро. Вот на данный момент, знаете, у меня такое предчувствие, что наиболее вероятный вариант — это 21-й год. К сожалению, уже скоро, да, но мне думается, что в случае победы президента Трампа, на которую мы все надеемся, Томас, скорее всего, уйдет именно в его второй срок. А 21-й год — такая красивая цифра, 30 лет в Верховном суде и так далее. Но это мы забегаем вперед. Пока все же давайте пожелаем Томасу здоровья, чтобы он и дальше оставался, ну, в этом-то я не сомневаюсь, образцом следования Конституции, ну, и чтобы влияние его и в Верховном суде, и в судах низшей инстанции распространялось, и что президент Трамп все-таки еще получит возможность назначить судей именно таких, как наш замечательный вчерашний именинник Кларенс Томас. Если Сергей что-то добавит по поводу суда или лично Томаса, с удовольствием передам ему слово. Давайте отдадим возможность высказаться или задать вопрос нашим радиослушателям. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Иван, скажите, пожалуйста, как нам нужно было бы реформировать нашу систему образования, чтобы было как можно больше таких, как Кларенс Томас? О, как. Не больше, ой, не вот меньше. Тут я даже и не знаю. Тут все-таки, понимаете, как-то время, оно действительно выдвигает таких людей. Понимаете, вместе с Томасом учился Джон Болтон. Два таких выдающихся человека в одном месте и в одно время, но это вообще большая редкость. Тем не менее, это произошло. И хотя эти два человека были на самом деле единственными консерваторами тогда во всей юридической школе, тем не менее, видите, именно они стали теми, кем они стали. Там, правда, к сожалению, рядом еще и Клинтоны обретались, и Хиллари, и Билл. Но вот как бы то ни было. Поэтому все дело, я все-таки думаю, да, реформа нужна, как мне сказать, очень сложно, но если мы опираемся именно на такие фигуры, как Кларенс Томас, то здесь характер и вот это вот американский индивидуализм, его все-таки через систему образования нельзя провести. Он или есть, или его нет. В великом человеке Томасе, в Томасе Соуэле, в том же Болтоне, я на самом деле могу очень долго этот список продолжать, он преодолеет любой истеблишмент, гарвардский, ельский, какой угодно. Понятно. Ничего не можем сделать, да? Спасибо. Ждем только, что они сами докажут. Ждем помощи от Бога. Спасибо большое. К сожалению, времени больше не остается. Иван, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам. До встречи.